Здравствуйте, братцы. Давненько у меня просили выложить эту песенку. Вот, наконец, дошли руки. На музыку Дмитрия Беляева «Стрелочки». 5 минут до отправления объявляет проводница. Заполняют пассажиры чемоданами вагон. Все проходит, к сожалению, и тихонько снег ложится благородной сединою на заплеванный перрон. А я прощаюсь с добрым другом, ведь у меня другого нету. И нам плевать на проводницу и на декабрьский снежок. И вот опять идет по кругу, как в нашем детстве, сигарета. И он смахнет слезу с ресницы и скажет: все, привет, дружок. А стрелочки крутятся, шарик вращается, нет победителей в этой игре. Кто-то забудется, ну а кто-то останется в выцветших трениках в нашем дворе. Объявили отправление, провожавшие выходят, отъезжающие дышат на замерзшее стекло. Все проходит, к сожалению, или к счастью, но проходит. И он меня уже не слышит. Все, наше время истекло, и я смешно машу руками. А он в окно мне корчит рожи, и проводница убирает свой замусоленный флажок. И поезд двинется рывками, ему, наверное, трудно тоже. Он тоже, братцы, уезжает, как уезжает мой дружок. А стрелочки крутятся, шарик вращается, нет победителей в этой игре. Кто-то забудется, ну а кто-то останется в выцветших трениках в нашем дворе. Ну а кто-то останется в выцветших трениках в нашем дворе.